канал. Я надеюсь, это станет хитом. Это надеюсь. Станет легендой. Надо звук чуть это погромче. Что а, бля, у меня так звук тоже. Это фу-фу, бля! Не прошу с ногами, сложу куклу оригами. Это кукла, будто брат, смотрится тебя на камне. Или мышцы, это рог, закидайте камнями, не оставите. Ну нормально, по крайней мере, лучше, чем у маэстро, да круто. Берегись ее снобулов, позади меня орёт. Шуга маме снова прыгнула на мой член, будто супернова. Не, ну а чё? Боже, прекрати. Я же зарабатываю. А ты уроки сделал? Ну куда ты лезешь? Сейчас лезет под столик. Оу, а вот это мне уже нравится. Я сосу, и называй меня подсосик. Захожу на наш стрим и встает большой вопрос. Брэн Мопса я позвал ночью. Ну, кстати, трек прикольный, не знаю, что там кринжового ты такого нашел. Ну, кринж в тексте, я так понимаю. Ты просто завидуешь, признаю. Ну, сама музыка прикольная. Просто завидуешь. Кто бы еще смог за один стрим поднять 2 косаря рублей? 2. Ну, мой Серега Резников может очком заработать. Чтобы я не делал, я получаю бабки. Вывез на бите, я словно твоя мамка. Шадов раскатился, я его замена. Воска на бите, я кончила, спасибо. Не люблю отмазки, но тебе бы мазал. Какой же он гений. Алло, алло, проверка звука. Взял промальтов на монтаже и заработал. Твоя хворет, увидев меня за работой. Мой монтаж свежее, чем у тебя под капотом. Уйду я быстрее самолета. Твой монтаж, конечно, топ, но ты слышал мои треки. А хуй знает, у кого бит украли. Я взлетаю чёрты, будто до небес. Я взрываю платье. Да, спиздили. Да и хуй с ним. С этим Shadow... Shadow Dovan'ом, Shadow Raze'ом. Может, он даже лучше сейчас спел, исполнил. Не знаю, по мне никакого кринжа. Нормально.